Mitsubishi has a great history in automotive sports. Компания Mitsubishi имеет великую историю в автомобильном спорте. Автомобили Mitsubishi регулярно участвуют и в наиболее известных международных гоночных соревнованиях, таких как Dakar, WRC, Five Speed и многие другие. Наша брутальная модель Mitsubishi Pajero, имеющая репутацию настоящего спортивного автомобиля среди внедорожников, побеждала в гонке Dakar 12 раз. Мы очень рады выступить с инициативой еще одного спортивного проекта, теперь уже в России. Это наша первая инициатива на российском рынке. I wish FC Lubin to get medal place in this season to win. Я желаю футбольному клубу Рубин забраться на пьедестал в этом сезоне, пробиться как можно дальше в играх Лиги Европы и порадовать фанатов яркой игрой на поле. Спасибо. Я думаю, что наши болельщики в определенной степени будут интересны компании Mitsubishi, потому что компания Mitsubishi производит внедорожники для мужчин, и футбол – это тоже игра для мужчин. Для нас очень приятно то, что мы оказались вообще первой футбольной командой, с которой заключает партнерское соглашение компания Mitsubishi Motors. И, конечно, мы будем прилагать все усилия для того, чтобы оправдать доверие наших партнеров.